Это абрикос, который был срезан для перепрививки весной. Дерево было уже лет за 10. Плоды были посредственные. Ну, естественно, чтобы не выкорчевывать это дерево, решили сделать перепрививку. Весной было срезано на короткий штамп вся часть. Вот оставились вот такие вот короткие пеньки. Здесь было массово поросли. Я ее все выломал. Оставил 7 штук, нужных для прививки. Кулировка будет выполнена в августе. Может быть, да. Предлагаю хозяевам этого сада сделать многосортовой абрикос. Предложение было таких сортов, как НЖА-19 и Еревани. Считаю эти сорта одни из лучших. НЖА имеет вид персика по крупноплодности, так же как персик. И очень сладкий, косточка маленькая, мякоть плотная, высоких вкусовых качеств, без волокон. Такое ощущение, как персик с абрикосом. Вкус, послевкусие такое очень приятное и вкусное. То есть персик, то есть абрикос очень вкусный. Еревани также очень высоких вкусовых качеств. Плоды плотные, мякоть плотная, очень сладкая, ароматная. Вот эти два сорта, думаю, будут прекрасной заменой этому дереву. Дадим этому дереву новый потенциал к жизни и плодоношению. Вот эти вот срезы нужно будет обновить, да, вот так вот, чтобы раны заросли. Замазывает все садовым варом, чтобы не было усыхания. Абрикос очень устойчив к ошибкам садоводов. Если яблоня не допускает пней, появляется рак, дупло, то абрикос очень живучий и выдерживает все издевательства, можно так сказать, садоводов. Потому что в основном деревья всегда люди портят. Портят, делая неправильные срезы. Неправильные срезы приводят к дуплам, к заражению инфекций, грибковых заболеваний, как рак. И дерево очень быстро пропадает. Абрикос устойчив ко всем этим ошибкам и живет, даже будучи имея на своих стволах пни, дупла и так далее. Поэтому будем надеяться, что это дерево после обновления вот этих всех срезов, вот мы их выполним, наверное, весной. Вот сейчас уже не будем это делать. В августе сделаем окулировку, а весной поправим и замажем опять же садовым варом. Окулировки весной тронутся в рост и очень быстро вступят в плодоношение, так как корень подвой очень мощный. Вот сейчас конец мая, и поросль уже практически подходит к метру. Вот, и поэтому к августу здесь будут мощные побеги, на которых можно будет закулировать даже не одну, а штуки две на каждом побеге. Дерево готово к перепрививке, абрикос.